Во второй день образовательной программы участники познакомились с основными принципами управления проектами. Профессор Джордж Сифри, основной разработчик учебных материалов и курсов по проектному управлению для программ Сколково, объяснил роль проектов в реализации стратегий. Не прямое обучение, а создание условий для развития человека. Мы вместе создаем условия, в которых команды, в которых руководители могут развиваться. Они могут принести свои реальные проекты и на них отработать или понять, проблематизировать те вопросы, которые действительно стоят. Также в ходе образовательной программы на примере крупных корпораций рассмотрели модель управления приоритетных стратегических проектов. На основе этого планируется сформировать предложение для повышения уровня качества проектного управления в Республике Татарстан. Мы говорим о том, как удобно работать с проектом, как правильно работать с проектом, чтобы он стал успешным, эффективным. Арина Михайлова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.